Приветствую вас, дорогие мои, ой, подписчики и зрители моего канала. В общем, не успел подготовиться, но я играю в онлайне. И это, по-моему, мой подписчик. Подписчик. Что ж ты такой, да? В общем... Давай! Молодец. Теперь я получил. Так. Опа. А по корпусу. Отличненько. Так. Секундочку. Микрофон просто был далеко и не успел подготовиться. В общем. Сейчас. Вот это плохо. Очень плохо. Избиение будет. Я даже, знаете, так рад, что я сейчас в онлайне. Спасибо моему подписчику. Он меня увидел, написал. И, в общем, мы сейчас... Опа! Зарубимся, я его обманул. Опередил и обманул. Так, все, теперь можно подготовиться. Микрофон поближе, столик поближе. В общем, круто. Смотрите, я у него корпус пробил. И он меня пробил. Оу, еее, сейчас бить будет. Тихо. Блин, пробил. Ё-моё. Так, тихо. Вот так вот и я упал. Ладно. 10 секунд, друзья. Он будет тратиться на... Я не знаю, на чем будет. Тратить, наверное, силу повысить. Ага, попал все-таки, да? Ладненько. Сейчас мы его... Немножко жизней забрал, ну ничего. Так, что он будет делать? Он будет делать корпус. Я, блин, я даже не знаю, что мне сделать. Я добавлю силу рук. И проверим. Так. Сейчас. Опа! Ух ты, блин. Слушайте. Ну вот, еще попался. Он еще уничтожит. Ладно. Так. Да, голову надо беречь. Бум. Кишки. Вот что значит, я давно по онлайну не играл. И при том этими роботами, которых создавал. Так что... Сейчас надо как-нибудь это все вспомнить. О, ес, вот так вот. Все-таки коронный прием остался у меня. Вот его я хотел в прошлый раз сделать, а у меня, так как одна рука мощная, она такого не позволяет. Да. Ну, сейчас он встанет, и надо его гасить уже полностью. О, блин, нарвался. Ладно. 1-0 в его пользу. Я думаю, мы сейчас еще сыграем. А мы бы победить, если бы все было на бы, то бы на ту бы росли, ну ладно, проиграл. Окей. Можно сейчас ремонтом заняться, и я уже сделаю паузу, а потом включу, когда мы снова будем с ним биться. А вот и он. Слушайте, ну у него рейтинг немножко побольше, но это не суть. Нормально, я считаю. Сейчас. Так, кстати, у него, ну... Сколько? На 800 больше. На 700. Ну, в принципе, роли не должно больше играть. Одинаковые стойки. Так, сейчас вспомню, где какая рука. Смотрите. И не выдохся даже. Оу. Да что такое-то, блин? Шустрый малый. Так, отдыхаем. И вот так вот его. Блин, почти. Ну, по корпусу неплохо пробил. Блин, и он не выдыхается, скотина.
А, хорошо пошло. Все-таки нашел свой коронный прием. Не знаю, получится до конца его реализовать. Но по корпусу он знатно наполучал. Ага, уходил, уходил. И давай уже. Ну. Блин, вот это зря. Ой, как зря. Так, выносливость. Слушайте, вы посмотрите на его жизнь. А вот так, если... Бедный корпус у него. Ну, неплохо я его разделал. На швы, скажем так. Ну, вставай давай. Что ли? Притом, очень быстро мы сконнектились. Мне это очень нравится. Куда? Блин. А, попался все-таки. Вот это плохо. Два раза попался, но все равно у меня по жизням-то. Так, он корпус не ремонтирует, я опять носил. Сейчас у меня вариантов больше и жизни возросли. Так как там силы увеличились. И жизнь. Отлично. Третий раз, по-моему, да, упал. Ну, неплохо, да. Я этому рад. А встанет он, это уже другой вопрос. Мне кажется, ему сейчас будет тяжело. Тяжело. Встал, молодцом. Смотрите, какая фигня. И держи. Обхитрила я его. Быстрее стал двигаться и на этом ловить. Ну все. Скорее всего, он не встанет уже. Потому что он и так три раза, бедняга, опрокидывался вверх ногами. Ну, можно еще парочку, я думаю, боев. Все, видите, не встал. Еса. Ну, все. Один... Один, хотел сказать 1-0, но 1-1. Чистая победа у меня. Я думаю, с ним можно еще раз. И, возможно, он выберет другого робота. Ну, ладно, давайте я сейчас починю. Так, а вот и он. Ну-ка, этим же вроде бойцом, да? Ага. Что у него там? Жизни у меня побольше. Total attack у него поболее. Так, скорость у него получше. Скоростнее он точно. Но сейчас я ему по скорости не уступал в прошлый бой. Окей. Друг, товарищ. Я думаю, мы с этого начнем. Ладно. Он понял, что может получить. Теперь он занялся этой фигней, да? Ладно, так, нам надо выносливость. Блин, чё это ты зависаешь, приставка? Я знаю, почему у меня качается игра. Я как сменил жесткий диск. И, друзья, и вообще все плохо. Я не знаю, можно мне в фоновом режиме на паузу поставить? О, два раза она получала, да? А я также умею. Тихо. Блин, нарвался. О, еще раз нарвался. Все, надо по-старому действовать. Видите, какие тормоза. Ага. Еще можно. Ну, ах ты, хитро придумано. А так, ладно. А вот так вот.
Yes! И выносливость закончилась. Я уже на одном дыхании забил его все-таки. Вышки. Оу, я же паузу нажимал. Ой, паузу. В общем, вы поняли меня, да? О, жив. Жив, вехеник. Так, он тоже усилил. А, подождите. Смогу ли я сделать это? Вот здесь вот. Управление загрузкой. Пауза. Все, харе. Окей, успел. Все, отлично. Потому что невозможно было играть, вы сами заметили, да? Ну, хотя еще по щадящему режиму имеется. Тихо, братан. Вот так вот. Фу, пол ринга пролетел. Yes. Я, вы знаете, сейчас что подумал. Надеюсь, у меня микрофон записывает, потому что я его засунул и не проверил. Ну ладно, потому что такие бои будут пропадать. И вообще, у меня не всегда так хорошо получается, скажем так. А-а-а! Смотрите, ушел. Салют. Вот так вот. В общем, это круто, да, получилось. Я, вы знаете, сейчас думаю, меня многие просили показать свой фейс, типа на камеру. Сейчас уже начинаю задумываться, может, действительно стоит. Мне самому уже интересно. Как бы я не люблю. Блин, а что ты тормозишь-то? Показывать. Как бы хотел остаться инкогнито. О, хорошенько ему. Ну, последнее время начал задумываться, в принципе, можно что-то придумать. Вот, еще не обещаю, но такие мысли есть. Как бы для себя самого, скорее всего, так. Слушайте. Ну, там, походу, другая игра начала. Да нет, вроде. О, он не встал. А я уже испугался. Ну, какие-то тормоза все-таки есть, не знаю, в чем это связано. А, о чем я там говорил? О камере, да? Возможно, ну, почему-то я хотел хотя бы 100 тысяч подписчиков, чтобы было, но сейчас они так медленно идут, что 100 тысяч подписчиков будет довольно так, мне уже будет нормально, что, думаю, ждать не стоит. В общем, как вы на это смотрите, я хотел бы узнать. Я-то, в принципе, я говорю, я не привык на камеру сниматься, снимать себя. И вообще не последнее время как-то отвыкать от этого стал. Так, давайте сейчас на паузу сделаю. Так, все. На чем мы там говорили? О камере? О камере. Ну, в общем, можно рассмотреть этот вариант. Я еще обдумаю, конечно. А то все не очень, наверное, кривляющиеся на камеру, когда у вас эмоции переполняют. Хотя я не кривляюсь на самом деле. Мне как бы это не надо. Вот. Ну, блин. Со стороны не видел себя, когда я играю. Наверное, очень смешно будет с моей стороны. Ух ты, у него новый прием! Себя наблюдать. Не буду я ждать, пока ты меня ударишь. Это будет плохо, друзья. Это будет двойной, тройной капец. О, и опять я лоханулся. Блин, не ушел. Ну ладно. Тут он меня начал ловить, в общем, пока я выдохнусь. А то несправедливо я его второй раз выиграл. Ну как, для него несправедливо. А так по справедливости. Все, я понял. Так. Братан, копим. Вот это что такое? Может, с интернетом дело?
вот прямо ужасно тормозит. Ну, да ёлы-палы. Ну-ну-ну. Хопа, и упал. Яса. Вот этот удар был вообще шикарный. Ну вот смотрите, а... понятия не имею, почему такая фигня. Вот вообще ничего не качается, и все нормально должно быть. Боишься? О! Вот это зря. О-о-о-о, какой хороший у него прием, кстати. Братан, надо у него руку сломать. Получится? Нет, не получится. Но уронил. Я забыл, какая кнопка добивать. О, смотрите, как прямо пипец просто. О, сейчас он будет руку делать, конечно же. А я добавлю себе жизней и добавлю силу атаки. В общем, все будет круто, друзья. Сегодня устроим. Ох, есть. Сейчас у него с головой будут проблемы. В общем, соскучился по онлайн битвам. Если бы еще раньше начал, было бы, наверное, намного лучше. Так, у меня больше времени было. А еще забивать же видео. Ну, смотрите, ну что это такое? Прямо тормоза страшнейшие. Дождался все-таки. Не может он противопоставить моим приемам, потому что мне они всегда нравились, и я как бы, ну, наверное, научился так за все годы игры в живую сталь вот этому приему выполнять его, скажем, в нужное время, в нужном месте, с нужными бойцами. Все. Нет? Молодцом. Смотрите. Зависание. Перкот вырубил. Нормально таки. Но, блин, прямо тормозит. Это страшно, конечно. Не было такого. Не знаю, чем дело. Может, кто-то у меня интернет забирает. И вообще, я жесткий диск поменял. У меня почему-то скорость 7 мегабит. О, он жив. Он боится уже меня. Братан, да что такое-то? Смотрите, как. Пока он живой. Ну. Все-таки получил суперкода. А, не знаю, как я его добить. Точнее, кнопку пока я буду искать, и он меня уничтожит. Так что я не хочу рисковать. Тело ему знатно пробил, то есть у него... Пробит корпус, рука одна и голова. Если он сейчас встанет, я его добью, но он не встанет, смотрите. Он просто упал и все. Yes! Вот так вот. Ае, друзья, и 7 секунд осталось, да, ему. Неплохо, я его шибанул. Так, сейчас тогда делаю паузу и последний раз, наверное, сыгранем. А вот мой подписчик, не знаю, он, наверное, меняет робота, а, нет, по-моему, Димасик, Диман, у нас новая карта, мы будем на ней биться, и тут, скорее всего, кто упадет, тот больше не встанет, так что, Димасик, правильно я прочитал, Димасик, обычно Сик, Димасик, ну ладно, вот, ну, блин, ну что это такое, прямо жесткие тормоза. Не понимаю, может, дело в жестком диске. Надеюсь, нет. О, я думал, попадет все-таки. Но. Вот это зря, конечно. Ох, двойной капец. А мне тут падать-то нельзя. Блин. Так.
А вот... Да что такое-то? Посмотрите на наши жизни. Ну давай. Давай, друг. Ну. Бум! Наконец-то его добил. Так, второй еще раунд, да, точно. Оу, а вот тут у меня встретил молодцом. Ну. А вот это вот плохо, друзья. Ух ты, блин. 1-1. Тут нельзя проигрывать уже. Ну, что такое-то? А вот это вот... Да, блин. Тормоза, это вообще... Фу, ужасно. Ну иди сюда, давай его обманем. Давай. Вот это вот плохо, друзья. Блин, и живой. Давай, давай, давай. Ну что это? Выносливость, выносливость. Все-таки попался, да? Мне нельзя по времени упускать. Еса! Уу, 5 секунд, друзья, оставалось. Все, это классно. Ну все, наверное, друзья. Большое спасибо всем, кто меня смотрел. И всем, кто наблюдает мои видосики, которые я выпускаю очень редко в последнее время. Так что будет возможность, буду делать почаще. В общем, что еще хотел сказать. Всем спасибо, что меня, кто меня смотрел, сказал. В общем, до скорых встреч, друзья. Постараюсь что-нибудь еще такое интересное забубенить. В общем, всем спасибо. Пока-пока.